Вы смотрите Кунгурское телевидение, программа «Город новостей». Я Игорь Конюшков. Здравствуйте. В начале выпуска о дне памяти жертв ДТП. Только что в центре города в память о погибших на дорогах школьники запустили в небо шары. Всего же к всероссийской акции в нашем городе присоединилось более 50 детей. В память о жертвах автоаварий они зажгли свечи, а в небо запустили десятки шаров. К каждому привязан бумажный голубь с именем погибшего. Стоит отметить, только за последние 10 месяцев в нашем районе автокатастрофы унесли жизни более 20 человек, среди которых есть дети. Сегодня мы чтим память погибшим водителям на дороге. Эта акция проводится по всему миру. Она символизирует то, что многие люди погибают на дорогах от своих ошибок. И мы хотим, чтобы этих жертв было меньше –